Мы очень бы хотели, конечно, поехать в Северо-Кавказский федеральный округ. Если будет желание у руководителей регионов, да, непосредственно, мы готовы приехать, откликнуться. И я думаю, что это будет очень важно и позитивно на данном этапе. Мы начали этот проект с Пермского края, там нам помог законодательное собрание Пермского края. Вот. Они нам помогли с тем, чтобы мы приехали к ним. Поэтому вот тут тоже больше тоже зависит от административного ресурса, руководителей региона, которые, если сочтут нужным, что мы можем к ним приехать, мы готовы будем приехать, откликнуться. Конечно, мы хотели бы посетить, потому что опыт у нас такой есть. Мы были уже в Ставропольском крае. Мы с Анатолием Борисовичем Кузнецовым, которого все хорошо знают, это товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни», вот, народный артист России. Мы ездили с ним в Ставропольский край, мы участвовали там в открытии центра наркозависимых людей. Вот. Мы были с ним на Донбайе, мы были в поселке Донбай. Анатолий Борисович там пел известную песню свою «Ваше благородие». Поэтому у нас есть опыт посещения Северо-Кавказского федерального округа, а так как сейчас политика такая идет, что как раз на позитиве, на развитие культуры, на развитие диалога как россиян, так и представителей Северо-Кавказского региона, мы, к сожалению, очень мало знаем друг о друге. Ну, я в силу того, что я телевизионный работник, там, работник культуры, я как бы знаю культуру, и опять же таки не очень достаточно культуру Кавказа. Нам этого не хватает. Я уверен, что и жителям СКФО тоже не хватает такого прямого, вот именно прямого общения с советскими, с российскими актерами, которые они их знают, они их помнят. И, конечно, бы с удовольствием, наверное, бы тоже, я думаю, встретились бы с ними вот в таком формате открытого концерта, когда мы приезжаем, идет нарезка из фильмов на экране, мы это транслируем, потом выходит артист, ну, допустим, начинается, идет нарезка из комедии Гайдая, потом выходит Наталья Крачковская, она задает тон, потом выходят другие артисты, мы показываем нарезку, чтобы люди просто вспоминали этих актеров, потому что, ну, конечно, многие уже там возраст делает свое дело. Ну и, соответственно, мультфильмы, детишки, чтобы тоже увидели мультфильмы наши российские, отечественные, то, что они у нас есть, и то, что мы можем их показывать, вот, тем самым это позиционирую нашу российскую, русскую культуру, а Северо-Кавказский регион — это 7 субъектов Российской Федерации, это единое целое. И мы, конечно, бы очень хотели и там тоже поучаствовать и рассказать об этом, то, что у нас там замечательно и хорошо, что туда нужно ездить и вот этот вот мост, вот этот контакт налаживать.